Новгородский центр «Диалог» отметил первый юбилей. К десятилетию подготовили большую программу. Здесь были и открытие нового арт-объекта, и новые выставки, и, конечно, концерт. Если театр начинается с вешалки, то центр «Диалог» — с арт-объектов, которые встречают его посетителей. Причем с каждым годом таких маяков становится все больше. Теперь есть еще один — виолончель, расположившаяся прямо под окнами Рахманиновского центра. И все-таки ключевым событием празднования юбилея стал большой концерт с участием артистов, которые за эти 10 лет пели и танцевали на этой сцене. Ольга Борисовна Попова со своим прекрасным коллективом сделала необыкновенную атмосферу здесь. Здесь очень комфортный зал, здесь очень хорошие зрители и слушатели. Здесь всегда приятно работать. За 10 лет «Диалог» стал площадкой для проведения международных конкурсов, концертов известных исполнителей. Здесь нашли свое место и стали развиваться сразу несколько направлений – музыка, хореография, изобразительное искусство. В залах Центра современного искусства регулярно проходят выставки художников из Великого Новгорода и других городов России и зарубежья. Понятно, что очень много хочется, чтобы еще было впереди. Самая главная задача – это зритель, зритель, зритель. Поэтому мы учимся, мы думаем над новым маркетингом для того, чтобы, ну, на самом деле, каким образом еще привлечь наших зрителей. Потому что конкуренция в городе очень высокая. Предложений тоже очень много. А еще «Диалог» – это и центр общественных инициатив, где проводятся публичные дискуссии и встречи. Так что 10 лет – это только начало истории центра. Учитывая, как он изменился с момента своего появления, можно предположить, что следующий юбилей не ограничится таким скромным однодневным празднованием.